Всем доброе, прекрасное утро, дорогие друзья. Выхожу на веранду. Фридочка моя зайка, сейчас я вам покажу. Ой, на свету, Фрида, не прыгай. Сейчас я вам покажу собаку. Посмотрите, какая она кайфовая. Фрида, давай покажемся. Фрида. Ай, красота моя. Завтракать мы будем чуть позже, а сейчас я вам покажу, в какой красоте у меня будет проходить сегодняшняя утренняя зарядка. Ой, море вам покажу, оно, правда, там издалека и серое, потому что сегодня пасмурный дождь был. Возможно, кстати, дождь будет, не знаю, даст он мне возможность хорошенечко взбодриться зарядкой или нет. Посмотрим, сейчас покажу. Счастливая собака, смотрите. Вот здесь вот, наверное, я и сделаю зарядку. Посмотрите, какая красота. Я хотела сделать ее на газоне, но дождь и сыро. И вот там вдалеке море видно. Это Олин сад, красивущий, делала она абсолютно все здесь своими руками. Все сажала, ухаживает все сама. Мой большой пес, да, мой сладкий Фрида, такая счастливая. Ты моя красотка, Фрида красотка, Фрида, да моя ты. Если вам будет интересно, то попозже, когда Ольга проснется, я могу провести вам экскурсию по ее великолепному саду. Она расскажет про растения, какие у нее тут растут, потому что я в этих растениях не разбираюсь. Красота у нее тут прям великолепие.